Вітаю! З вами Ігор Похта, програма «Похфактум». Мій сьогоднішній гість – Тетяна Монахова, завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук. Вітаю! Вітаю! Ну, во-первых, я хочу сказать сразу и сделать вам комплимент. Вы совершенно не похожи на тот образ сурового преподавателя, да еще и заведующего кафедрой, да еще и целого доктора наук, который рисует воображение очень многих людей. Спасибо. Тем не менее, несмотря на, казалось бы, несерьезную, по мнению определенной части вот нашего населения, тему, ну, то бишь журналистику, да, все намного суровее, чем кажется, особенно в наших реалиях. И я вот хочу определить как бы первую подтему нашей беседы. Для чего в демократическом обществе, мы же демократическое общество, мы к этому стремимся. Нужны свободные и независимые СМИ. Ну, если мы наш разговор начнем с каких-то официальных цифр, то в 2017 году по рейтингу Freedom House, это международная неправительственная организация, которая выстраивает рейтинг свободы слова, вот Украина заняла 111 место из 199 стран. И наш статус определили как частично свободная наша страна. Ну, то есть половинка такая. Да. Ну, мы рядом с Молдовой, рядом с Грецией, Хорватией, Израилем. Но обогнали, естественно, Россию, обогнали другие постсоветские страны. Поэтому говорить о свободе слова, зачем она нужна в демократическом обществе, каждый из нас, вот мы с вами живем в одном городе, в одно время, в один день проживаем сейчас с вами, но картина мира у каждого человека своя. Что формирует картину мира? Ну, понятно, что и образование, и опыт личный, и настроение влияет, и самочувствие, но картину мира формирует информация, которую мы об этом мире получаем. Поскольку журналистика – это институт, который информирует общество о том, что происходит с этим обществом, значение честных, свободных, прозрачных СМИ переоценить очень важно, очень сложно. Ну вот один из очень известных экономистов мировых, на которого часто ссылаются, он говорит о том, что есть три фактора развития открытого общества. Это честные суды, это отделение ветвей власти и это свободные СМИ. Поэтому свободные СМИ, они способствуют развитию общества и экономическому развитию в том числе. Смотрите, вот в Украине насчитывается более 2000 печатных и онлайн СМИ, да, только в Николаеве более 40 сайтов, а в области их там за 60 уже зашкаливает практически. Вот в Николаеве кроме 40 сайтов есть с десяток газет регулярно выходящих и несколько телеканалов. И больше общенациональных телеканалов, чем в любой европейской стране, да? Казалось бы, ну, это здорово, то есть чем больше средств массовой информации, тем как бы больше вот этой вот свободы слова, свободы информации и так далее. Однако украинские медиа в лучшем случае много рассказывают о том, что происходит, то есть новости, собирают большую такую кучу мыслей, комментариев от разных людей, но почти не объясняют, почему происходят те или иные события. Да? Вот. И чтобы докопаться до сути какого-то актуального экономического и политического вопроса, нужно знать чуть ли не фамилию журналиста, имеющего квалификацию, которая позволяет разобраться в ситуации и, главное, объективно рассказать вот историю, да, историю какого-то либо конфликта, либо события и так далее. Но самая большая структурная проблема заключается в том, что более чем для 80% населения нашей страны основным источником новостей остается телевидение. Вот картинка, все-таки никуда от этого не деться. Телеканалы на службе у олигархов и политиков далеки от бизнес-логики, где тратят не более, чем зарабатывают. Да? Каждая крупная украинская телегруппа ежегодно проедает от 30 до 100 миллионов долларов так называемых хозяйских дотаций. Они щедро скупают журналистов на зарплаты в разы выше рыночных и, что хуже всего, не заботятся о построении цивилизованного рекламного рынка. Для независимых медиа выжить на таком рынке сверхсложная задача. Все так? Все так и есть, действительно. И вот сразу же возникает вопрос. Ну хорошо, предположим, вот эти общенациональные каналы, которые действительно входят вот в группы экономические, политические, вот тех так называемых олигархов. Но ведь кроме общенациональных есть региональные телеканалы, да? Частные, средние, малые, там, более крупные и так далее. В конце концов, есть наше НСТУ, да? В общем-то, общественное телерадиовещание, которое не принадлежит вот конкретным олигархам.
Но тем не менее они вот находятся в таком экономическом положении, в котором, ну, что им делать, как им выживать, да, как им выживать с небольшими зарплатами по сравнению с теми, о чем я говорил выше. Вот что делать? Есть ли рецепт какой-то? Этим вопросом регулярно задаются и журналисты, и медиа-эксперты, и говорят, ну вот действительно, рассчитывать на самоокупаемость, дескать, мы создадим такой контент, который будет интересен потребителю, и потребитель будет платить за это гривной, ну, в нашей стране пиратство развито настолько, нам, ну, кто из украинцев покупает голливудскую продукцию? Мы ищем, где бы на шару скачать фильмы, посмотреть. Не говоря уже о том, чтобы платить за электронные... За новости, да? За новости, естественно. Поэтому эксперты говорят, ну, рассчитывайте на гранты, рассчитывайте на финансирование, может быть, на общеукраинском уровне, на региональном уровне. Пишите интересные проекты и ищите доноров, ищите спонсоров. Вот та проблема, о которой вы говорите, и мне нравится выражение о том, что украинское телевидение – это заповедник, охраняемый олигархами. На самом деле так. И сами олигархи, имея какие-то внутренние противоречия, включают самоцензуру на телеканалах. То есть даже если у них какие-то отношения с действующим президентом, который тоже является олигархом, не очень хорошие, все равно о нем говорят осторожно. Потому что у олигархов свои расклады, свои взаимоотношения. У нас сейчас другая проблема. Вся журналистская тусовка разделилась на два лагеря. Одни говорят, что есть стандарты, так называемые стандарты BBC. News, no views. Только факты. Вы информируете общество, ваше мнение, журналисты, никого не интересует. Просто расскажите, что где случилось. И вторая часть говорит о том, что мы же воюем, в стране неспокойно, война, и поэтому мы должны быть патриотами прежде всего. Пусть это будет пропаганда, но это будет наша пропаганда, противопоставляемая контрпропаганде. Да, вот. И вот эта дискуссия, она сейчас очень громкая. На самом деле журналистские стандарты, или же есть такое немецкое выражение «правда на войне умирает первой». Правда отходит на второй план, давайте говорить нужные вещи для нашей страны, интересы страны. Проблема, на самом деле, очень острая. Но ведь, смотрите, война у нас, ну, собственно, гибридная война, война, АТО, да, ну, как угодно можно это называть. Все прекрасно понимают, что эта война идет 3 года в среднем. Но ведь до этого момента было то же самое. Если не в еще больше таком, ну, каком-то гипертрофированном виде, да, те же телеканалы были, там, когда были еще в состоянии более-менее существовать печатные СМИ, были огромные печатные СМИ с ежедневными большими тиражами и так далее. И в последние несколько лет очень сильное развитие получили в основном онлайн-СМИ. И появились несколько, ну скажем, свежих таких телеканалов, происхождение, вернее, средств, на которое происхождение очень тяжело отследить, но тем не менее говорят, там, вот эти телеканалы, в которые вливаются миллионы, ну, это действительно видно и по студиям, по картинке, по ведущим, по антуражу и так далее, и так далее. В принципе, и по качеству. Не могу сказать, что качество подаваемой информации очень уж там где-то там, ну, совсем олигархическое, да, но очень-очень так хитро. Разобраться, где чье, обычному потребителю информации, ну, не то что сложно, практически невозможно, потому что слишком красивая картинка. Как помочь людям понять, что происходит, это действительно большая проблема. Вы помните советскую шутку о том, что в известиях нет правды, а в правде нет известий? Известная, да, шутка. Журналистская традиция наша, она же произрастает из советской журналистики. А советская журналистика, она тоже была ангажированная, она была пропагандистской, идеологической. И, скажем, если в Швеции в середине 19 века одна государственная программа, газета 26 раз меняла название, потому что, знаете эту историю, печатала неугодные королю какие-то материалы, король дает, значит, приказ запретить газету такую-то. Через несколько дней не выходит под новым названием. Так 26 раз. Борьба с властью за свободу слова была. В Англии в конце 17 века, кажется, отменили цензуру официально, и тем не менее второй главный редактор The Times
почти полтора года просидел в тюрьме за то, что опубликовал материалы, порочащие некоего лорда. У нас традиции противостоять власти, олигархам, бороться за свободу слова в принципе нет. То есть в 90-е годы образовалась независимая Украина, распался Советский Союз, и журналистика украинская, она шлейф советской традиции. Перекочевала, да? Да, перетянула за собой, плюс рыночные какие-то отношения, сразу журналистика стала бизнесом. А где вот этот промежуток, когда это не совсем идеология, не совсем бизнес, а все-таки социальный институт, который воспитывает, информирует? Ну, вот этого у нас, наверное, не случилось. А вот это воспитывает, кроме информирует, это не из советского прошлого? Да, это... Немножко, вот пропаганда, да? Да. Все-таки основная функция журналистики, их называют несколько, но ключевая — это информировать общество. Мы вам говорим, что случилось, а выводы делайте уже сами, сообразно своему мировоззрению. Угу, совершенно верно. За счет чего на сегодняшний день может выживать, я не говорю журналистика, потому что это, ну, как бы встроено, ну, это базис, да, я говорю о средствах массовой информации, которые хотят, во всяком случае, себя позиционировать как журналистика, а не как, ну, я выношу за скобки слово пропаганда, потому что это все-таки связано немножко с другим, с военными событиями у нас в стране, а вот именно журналистика, то есть бесстрастное, сухое информирование. Хотя на самом деле, вот в разговорах там с разными людьми, когда возникают некие дискуссии, либо там споры там какие-то серьезные там по поводу там продажности журналистики или непродажности и так далее, я всегда говорю, ну вот смотрите, классическое, ну, самое классическое понятие, понимание журналистики, это вот одна машина столкнулась с другой машиной, произошла авария. Вот человек об этом написал несколько строчек. В среду в 12 дня. Да, вот это и есть журналистика. Просто факт того, что произошло. Вам интересно такое читать или слышать? Ну, возможно, это интересно, где-то бегущая строка. Вот это имеет место быть, и оно должно быть, да? Но объяснить, почему это произошло, из-за чего, из-за кого произошло. Реакция, допустим, там власти, ну, представителей правоохранительных органов, реакция там еще кого-то, водителей, там, не знаю, там, страховщиков, там, и так далее. Вот это оно добавляет как раз вот то, что мы привыкли считать, в общем-то, журналистикой, да? Вот. И когда говорят, что нам не нужны ничьи мнения, мы хотим знать только факты. Ну, представьте себе, что будут только факты. Вы не будете это воспринимать. То есть так нужно... вот это обратная проблема. Обратная проблема, аналитики, да. в украинской журналистике не хватает аналитики. Не хватает. То, что вы сказали. Совершенно верно. Потому что экспертами назначаются люди совершенно случайно. Включаешь телевизор, сидит какой-то человек и подписан эксперт. По каким вопросам, почему он эксперт, что дает его, на каких основаниях его так назвали, все эксперты сейчас. Плюс социальные сети, которые отобрали монополию на информирование. Раньше СМИ новости распространяли, сейчас только заходишь в интернет, уже все знают. И написанное категоричным тоном, очень радикальное высказывание собирает сразу же сотни, а то и тысячи фолловеров, поклонников, репостов. А вдумчивая аналитика, спокойные тексты, они остаются за бортом. Вот к вопросу, что же делать, чтобы развивать СМИ, тут, наверное, нужно не отставать от прогресса. По прогнозам, журналистика будет все больше сливаться с IT-сферой. Все-таки продвижение через интернет, переход на мультиплатформенность, новости будут доставляться вам персонально на мобильный телефон, и вы уже будете под себя эту ленту выстраивать, что я хочу знать. Культура меня не интересует, меня интересует только политика. Или сегодня я хочу читать только про футбол. Вот эта индивидуальная подача информации каждому пользователю – это будущее журналистики. Кроме того, вот шла к вам на программу и с утра прочитала очень интересный материал о том, что журналистам, личностям редакции будут проигрывать. Что все-таки, если человек становится медийной персоной, если он специалист, уважаемый профессионал, то он себе найдет работу и вне редакции, и к нему будут обращаться и рекламодатели, напиши о нас, и его будут читать люди, а значит, произойдет монетизация его ленты или его контента. Но, наверное, в этом будущее журналистики. Появился такой интересный, на мой взгляд, термин, который называется постправда. Да. То есть, и этот термин как раз
Он появился в социальных сетях, из-за социальных сетей, да, как раз из-за доверия, слепого доверия читателей социальных сетей тому, что там пишут. Да. То есть, с одной стороны, есть некое событие, представим себе, да, которое вот, ну вот имеет место быть, что-то произошло. И какой-то человек взял, написал вот свое видение этого события. Если этот человек раскрученный блогер, топ-блогер, да, у которого очень там тысячи подписчиков, как бы у него к нему есть доверие, существует доверие. Но этот человек может манипулировать. Ему кто-то может, например, просто представим себе, да, очень условно, кто-то может за что-то заплатить и сказать, вот измени, пожалуйста, вот это слово на чуть-чуть другое. Вроде бы смысл тот же, но уже уводит совершенно в другие дебри, да. Но ему будут доверять читатели. Вот это постправда. Это тоже проблема? Конечно. Социальные сети убивают институт экспертизы. В редакциях корреспондент побежал, нашел информацию. Редактор перепроверил факты. И только потом уже потребитель, читатель или телезритель получает информацию, готовую к употреблению, проверенную. Сейчас проблема фейковости, проблема отсутствия критического мышления у людей. Мы же склонны доверять сенсациям. В нашем организме есть дофамин, это гормон, отвечающий за радость. И вот мы гоняемся за маленькими дофаминовыми всплесками. Вот мы прочитали какую-то сенсацию, и вот произошло такое піднесення. Мы прочитали какой-то очень заголовок яркий, и узнали какую-то новость, и мы получили суррогат радости. И поэтому люди склонны доверять ярким, кликабельность заголовка, сейчас новое требование к заголовкам, да, к журналистке в интернете. Надо так формулировать, чтобы пользователь захотел кликнуть, пройти и прочитать ваш материал. Вот эта спекуляция на нашей погоне за удовольствиями, маленькими удовольствиями, и самым большим, самым ценным товаром является наше внимание. Все производство контента направлено на то, чтобы завоевать, заполучить наше внимание. 3 минуты просмотра видео – это уже равно просмотр. А редакции сейчас борются за то, чтобы количество просмотров, количество переходов по ссылкам и так далее. Теперь так измеряется результативность в интернете. Вот. И, конечно, постправда, когда человек, журналист, становится блогером, он говорит «это мое мнение». Я у себя на странице в Фейсбуке высказываю то, что считаю нужным. Он уже не говорит от имени редакции, его уже никто не контролирует. И тут происходит отход от журналистских стандартов, о которых мы все время говорим. То есть человек говорит, я уже немножко как бы еще журналист, но уже как человек. Вам вот, ребята, хочу сказать вот это. Да, но этого ведь человека, журналиста, который уже немножко блогер, да, либо хорошо блогер, его ведь автоматически ассоциируют с названием издания, газеты, телеканала и так далее. Ассоциация есть прямая. То есть, как бы, если этот человек так сказал, наверное, все-таки что-то там не то, не чисто. Это редакционная политика, дескать, да? А это разные вещи. То, что мы в своей там узкой среде называем там фейками, фейковостью, то есть ненастоящим, да, есть еще одно направление, вот медиатерроризм, то есть это намеренное уничтожение с помощью либо средств массовой информации в целом, определенного средства массовой информации, либо конкретных журналистов, которые немножко не журналисты, но уже блогеры, да, уничтожение, либо каких-то политических конкурентов, либо экономических конкурентов. То есть специальное, ну, такое, как бы, нивелирование личности с помощью и социальных сетей, и средств массовой информации, и так далее, и так далее. Причем это все очень красиво может быть завуалировано с помощью реальных каких-то историй, вытаскивания каких-то фактов из прошлого, и так далее. Это не ново, но сейчас это приобрело, ну, какой-то совершенно фантасмагорический оттенок. Сам термин «медиатерроризм» появился после 11 сентября в Америке, когда стали так называть СМИ, сброя массового разброту. Что это значит? Произошел подрыв не просто Всемирного торгового центра, а произошел подрыв одного из символов Америки. Вот медиатерроризмом, если широко говорить, широко, понимать, это подрыв ценностей общества, знаково-символьной системы, в котором живет общество или государство.
один из разновидностей медиатерроризма – это медиакиллерство, о чем вы говорите. Да, вот эти заказные материалы, направленные против кого-либо. Но а шире – это когда у общества есть устоявшиеся представления, и вдруг СМИ начинают их расшатывать. Вот в свое время, скажем, Олеся Бузину называли медиатеррористом за то, что он покусился на Тараса Григорьевича Шевченко, написав свою книгу резонансную, потому что Шевченко для украинцев больше, чем поэт. Это национальный символ, и о нем нельзя говорить вот так, в такой тональности. Скажем, в конце 90-х годов Леся Ставицкая выпустила словарь, это социолингвист украинский, она выпустила словарь «Украинская мова без табу», словарь жаргонной лексики. Такая была волна, такой был резонанс, потому что, ну как же так, украинцы – це цнотлива нація, вони ж не матюкаються, а тут вы собрали целый словарь. В принципе, любое медиадействие, которое приводит вот к резонансу, к возмущению граждан, может быть квалифицировано как медиатерроризм. С точки зрения кого? С точки зрения общества, прежде всего общества. Причем медиатерроризм, надо понимать, что есть кибертерроризм, вот эти атаки хакерские, я их, о них говорить не буду, я тут не специалист. И есть информационно-психологический терроризм. Вот медиатерроризм в информационно-психологическом значении. Причем он бывает жесткий и мягкий. Жесткие – это такие целенаправленные, очень длительные медиакампании против кого-то, на уничтожение кого-то или чего-то. Ну и легкие – это такие разовые акции, когда мы читаем джинсу, когда мы читаем какие-то разборки при помощи СМИ, руками СМИ. Вот, и как с этим бороться, что делать? Ну, наверное, психологи вообще говорят о том, что нужно практиковать информационную изоляцию время от времени. Выключать интернет, телевизор и идти на природу, смотреть в глаза своих детей, общаться с друзьями, просто немножечко отключаться от информационного шума. То есть мы общаемся с друзьями, как бы ни о чем, и вдруг один из друзей говорит: «А ты слышал новость?» Да, это и все, правда. Куда бежать? Или достают телефон, и при все тебе... Верно, ну, да, это очень так... Совет такой заоблачный. Нужно развивать критическое мышление. Скажем, в Англии в университетах есть целый курс, который называется «Критическое мышление». Вот там, например, одно из заданий – составить 40 вопросов Гамлету. Они учат своих студентов задавать вопросы, откуда, почему, какие последствия, причинно-следственные связи. У нас читатели и телезрители очень доверчивые, а пользователи интернета, жители социальных сетей крайне доверчивые. И вот сейчас говорят о том, что медиа-образование должно начинаться со школы, что детям нужно рассказывать. Если ты видишь яркий заголовок, первое, что ты должен сделать, засомневаться, правда ли это. Дальше ты должен посмотреть, а источник этой информации, а где еще, какие еще СМИ опубликовали. То есть должна быть медиагигиена. Да, и целый алгоритм отношение к получаемым новостям. И вот фейки, то, о чем вы сказали, это просто беда нашего времени. Сейчас в Украине, правда, появляются целые организации. Вот мы сотрудничаем с StopFake.org. Это Киевская школа журналистики организовала после Майдана целую организацию, которая спростовывает фейки. Ну и на самом деле очень популярное сейчас направление в развитии медиасферы – борьба с фейками. Потому что если... Интернет опубликовал фейк, и в течение 2 часов его не перечеркнули, не опровергли, потом это уже сделать фактически невозможно. Ну, в принципе, как говорят наши коллеги, новость живет 3 дня, да. Вот, и в течение 3 дней это может действительно... А мне сейчас кажется уже меньше, наверное. Да? Наверное, меньше, я думаю. Ну, пусть будет 2 дня. Все одно легче. Хорошо, вот... Как вы считаете, сколько журналист в Украине должен получать в качестве вознаграждения за работу для того, чтобы, ну, скажем, его нельзя было купить? Ну, а сколько должен зарабатывать врач? А сколько должен зарабатывать учитель? Я знал, что вы так скажете, но я спросил именно у журналистов. Журналистика – это не как социальная сфера, а это все-таки ее называют властью, да? Власть. Вот. Чиновники. Давайте сравнивать журналистов с чиновниками. С судьями? Может быть. Вот, поэтому я и спрашиваю. И вот тут кого на весы положить? Тут надо ломать всю систему, потому что в менталитете нашем, к сожалению, мы боремся с коррупцией, мы это все декларируем, а в голове у нас сидит, что если я востребован, если я могу получить больше, почему бы не получить больше? Вопрос вот в определении того, а сколько нужно
Вот сколько бы нужно было бы для того, чтобы человек, ну, скажем так, хоть у него играла совесть внутри. Когда ему, если что, предлагают какое-то вознаграждение, ну, за не совсем правильную... Мне кажется, что если бы наши журналисты попадали в определение средний класс, а что такое средний класс, понимание? Это значит, у тебя есть машина, не бизнес-класса, но приличная, ты имеешь возможность пару раз в год куда-то выехать из страны, отдохнуть или попутешествовать, посмотреть мир. У тебя есть деньги на образование твоих детей, ну вот какие-то базисные такие вещи закрыты, то я думаю, что наши журналисты... вспомнили бы о стандартах и не стали пренебрегать ими. Хорошо, спасибо вам большое за участие в программе. С вами был Ігор Пох, программа «Похфактум». До встречи.